А до этого ребята пилили вручную, у нас не было метой пилы дружбы-то. И пилили, вот такие вот ребятишки мы, я не знаю, один год 12 полных машин напилили только. Это на моих глазах меняется поколение, совершенно никакое. Он только комара, ты его не... А ты наоборот, встань, покажи. Мы однажды здесь пошли по ягоды и говорим, вот когда раненые лежат на поле, а тогда их проверяют, живой, не живой, идут и пристреливают. Ну давайте, вы упали, лежите. На вас комар садится, паук, там кузнечик, мураш. Сможете лежать? Один дернулся, все. Убирайте труп, за ноги в сторону, следующий, следующий. Остался один лежит. Речкунов Тимофей. И все столпились около него. И паук-то, знаешь, как кусает? Вот паук подошел и вот сюда впился, и видно, как он надувается. А паук-то как долотом продолбил. Даже ни один мускул не дрогнул. Лежит дальше, кузнечик заполз, видим, мураш в нос пополз, он лежит, не шевелится, признаков нету, все, мертвый, его стрелять не будут. Ну уже устали стоять, ну что-то осталось только, что волк пришел, ногу отгрызал. Вот это выдержка, это запомнилось. А другой, Ваня, он полсекунды бы не был-то. Ну застрелят, пускай, ну чтобы комар не укусил, а что пуля укусит, это не важно. Так, протягивай вперед. Давай, давай. Это вот мы уже заранее сделали. Так. Подожди. Подожди. Нам нужна петля. Так, держи это. Теперь я назад возьму. Это вот это, и мы будем цеплять. Цеплять давай-ка. Теперь, чтобы нам ее зацепить, нам надо сделать петлю. А петлю делает так. Вот. Вот в этом месте мы сейчас закрутим. Ну смотри, как делается. Тут она уже скручена, она под эту только подводит. Сейчас комары не кусаются. Не надо. Кусает. Ну, кругом все. О, натягиваем. Никита, ну-ка давай. Тяните в сторону туда. Прямо тяните, туда. Прямо, прямо. Давай. Ну все. Тащите там. Вот он ее подтянет и потащит. Какие-то упадут. Давайте. Туда. Вот теперь он, чтобы его не захватило, вот это вот вставляться будет ему туда. И он за нее потянет. А то вот мы первую сделали, вторую сейчас надо будет. А если, чтобы они не выбросились оттуда, надо было взять веревочек. А одна за другую привязать. У тебя сколько веревочек? Три. Вот три можешь привязать. Особенно внизу. Подхвати и привяжи за одну, за другую. Вот между ними свяжать, связать надо. Рукава зачем натянул? Я же говорил, не натягивает. Ну, старайся показать себе хотя бы на минутку мужественными. Так, идем там готовим. Делает, смотри, а так вот делает всегда, где пилили, замазывают. Это там, где люди делают что-то, воруют или еще бракодельство стоит, лесник пришел и не заметил. Но у нас это мы делаем так, чтобы люди не соблазняли, закроем сверху, мы ничего не повредили совершенно. Там еще можно раз 5 приехать, но нам хватит этого, нам нужно огораживать наш лагерстан. Так, убери, куда бросился? Сразу в сторону. Вон тебя пройдите, замажьте все. Алло, замажьте все пеньки. Пеньки. Заложите. Так, ну-ка проволоку тащи. Никита, где у меня Никита? Он там. Так, тащи, Ваня. Ваня, тащи проволоку. Ты, тащи. Не уши тащи, а проволоку под ногами. Вот она. 15. Слева, да, слева от тебя.
Слева от тебя? Давай, тащи. Ну тащи туда в сторону, невозможно. Невозможно, чтобы потащил. Так, подожди. Арсений, что стоишь? Помоги ему тянуть. Че вы? Нежизненно. Давай. Мы сейчас здесь сделаем. Это у нас что здесь сделано? Петля? Да. Это петля. Теперь петля. Нам трудно туда ее протащить. Мы сейчас здесь раскрутим заново. А там как сделано? Там по вдоль. Вот давай мы сейчас заново петлю сделаем. А может быть она протянется? Давай сюда. Протянется. Держи. Вот видишь, вот этой петли нету здесь. Она прямо, замотка сделана прямо вокруг этой. Потянется. А вот эта петля, вот она как, она будет ее затягивать, вот это вот. Давай, тащи. Тащи поперек. Давай. Вперед маленько протягивайте туда. Давайте. Так. Ребята, вон туда я сказал, протягивайте вперед. Вперед немножко протягивайте. Вперед маленько протягивайте, ну, братва. Растут настоящие мужики. В каком это лагере будут так учить вас? Лагерь. Да нигде, никому вы не нужны. Совершенно вы никому не нужны. Объедками кормят. Вчерашние объеденные торгуют, продают, что только нету, судят их. Может, осинку повезли? В Азовском море пошли купаться. 6 человек сразу утонуло с воспитателем пьяным. 6-7 трупов. Так, что сказал? Может, осинку наверх закинуть? Вот. А осинку-то? Да, на разницы нет. Во! Теперь он потянет, а мы поддержим, чтобы он захватили. Вот он вытащит и ничего не повредит. Я сейчас посмотрю время, как оно у нас позволяет. Ну, 6 часов 42 минуты. И сколько мы успели сделать? Тебе это на всю жизнь запомнится. Я вчера рассказывал об этом, сегодня повторю, еще там будет. Ты должен быть самостоятельным мужик. Не позволяй, чтобы твою личность уничтожали как труженика. Женщина женского воспитания, ребенок, говорит, неполная семья. Его сразу видать, какой он. Он хлюпик. Сопливый, слезливый. А где воспитывает полная семья, там разница большая. Конечно, если мужик самостоятельный. А то другой не может себе гвоздя забить. Так, мы вас отпускаем, поблагодарим Бога, что у нас так все благополучно здесь. Мы что хотели взяли, теперь только довезти. А на месте мы там их шкурить будем, обработаем. Три поклона. Господи Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя за труд, который позволил совершить. Прибуди с нами. И чтобы никто нам это не поставил в вину. Ибо не ради корысти человеческой мы это делаем. Но чтобы детям было хорошо и крещаемым. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы сейчас идете прямо по дорожке, нигде с травы не сходите. И домой. Друг друга не бросайте, только быстрым шагом. Где можете, бегите. Пошел с нами Кирилл, я его отправил. У него нога больная или еще он отставал. Давайте, с Богом. Так, подожди, вам пилу отдать надо. Возьмите пилу. Так, подождите маленько. Посмотрим, что там еще есть. Бери. Тащи сюда пилу, топор, все, тащи. Ножовку. Вот, ножовку вот сюда рядышком положишь. Мы это оставим. А пилу можешь взять. Топор. Она не потребовала. Это мы взяли пилу для того, что если бы не стало пилить, дружба-то, мы бы еще это все сделали. Бензопила. Все, давай. С Богом, Ваня, не отставай. Старший Ваня, дробот. Смотри, Ваня, чтобы все вместе шли. Так, здесь будем помогать. Вот так. Я сейчас пойду уже. Вот на 19 июня 2015 года. Вот мы заготовили березки, чтобы лестницы делать, заборы ремонтировать. Вот. Вот сейчас брат Виктор приехал, Савченко, на тракторе, взял у Игоря Глушкова.
брата нашего. Сейчас задний даст ход. И проволоку мы зацепили. Петлю сделали. И потащили. Все, штырь вытаскивай, Не этот, не этот. Вот этот. Длинный. Да, вот этот. Вставляй. Стой. Слабо сделали эту петлю. Она разогнулась. Клади ее, все. Надо там заново заматывать. Ну, подъезжает трактор, цепляет. Уже вторая попытка. Первый раз сделали петлю плохо. Все. Сейчас он будет пробовать тянуть. Вот такая вот длинная березки. Берегись. Нет. Оборвало ее. Надо было нброл, какую-то цепь, наверное, даже. Да. Ну, брат Виктор, попробую сейчас вывести. Пачку поменьше сделали. Сейчас попробую вывести. Вот, слава богу, пошла. Я выпускал. Следом за ним ехать. Примяли тут немного траву, конечно. Немного. Трава, что сейчас уже скоро покосы начнутся, косить покосы будут.
Сколько мы веток набрали на костер за один сухих. Продолжаем тащить березы. Вот здесь у нас, где костер у нас, бигвам. Вот. Дальше поехали.